филиалах Сбербанка началось тестирование отделений и сервисов по направлению обслуживания клиентов с ограниченными возможностями. Оно осуществляется с помощью специализированных костюмов ГЕРТ, симулирующих разные формы физических ограничений. Участниками выступают сами сотрудники банка. ГЕРТ – это технологичные симуляторы различных форм инвалидности, зрения, слух, опорно-двигательный аппарат и заболеваний. Сбербанк первым в России использует эти костюмы для проверки адаптации своих услуг и сервисов. Российских аналогов костюмов нет. Кроме доступности в сам офис, мы хотим обеспечить еще и доступность использования всей нашей продуктовой линейки для всех категорий клиентов, в том числе имеющих ограничения, может быть, по слуху, по зрению, по опорно-двигательному аппарату. Именно с этой целью был открыт еще в конце прошлого года проект «Особенный банк». И как раз-таки в рамках этого проекта происходит изучение тех особенностей, которые испытывает клиент при, как я уже назвала, да, при определенных своих ограничениях, именно при получении услуги в банке. Результаты тестирования, предложения и отзывы сотрудников будут учтены в проекте «Особенный банк» по адаптации процессов и каналов обслуживания для таких клиентов, чтобы сделать пребывание человека с ограниченными возможностями в банке более удобным.